Здравствуйте, уважаемые друзья! Я хочу предложить вашему вниманию связать вот такую немножечко странную приманку, которая отчасти является фантазийной и в то же время напоминает чем-то и малька, и жучка, и какое-то насекомое, которое, ну, в принципе-то рыбу привлекает. Значит, эта приманочка уже была неоднократно в зубах хищника, но в трех регионах ловится у нас на Украине усач, карп в прудовой и также сазан, который обитает у нас в Днепре. Поэтому пробуйте с оттенками, вот в таком варианте, как есть, он изготовлен чисто для хищника с провоцирующей такой расцветкой. Я буду сейчас изготавливать для своего друга такую приманку, конкретно для поимки карповых. Это для ловли усача. Давайте приступим. По возможности я буду рассказывать, какие материалы мы можем обойти, а без каких нам, конечно, нельзя обойтись. Значит, одно время у нас были в продаже вот такие крючки карповые для кованые, достаточно хорошие по качеству, и, как вы видите, имеет достаточно характерный загиб, который хорошо удерживает рыбу и засекает. Ну и в то же время изгиб цевья подходит для имитации моей той личиночки, которую я собираюсь изготовить. Величину подберете для себя сами, это номер 2, ну, в принципе, там можно использовать и мельче крючки, я на меньших делал, просто больше мороки с меньшей приманочкой найти крылышки и все остальное. Крючок попробуйте, можно взять Тимка 200R. Слегка промазываю клеем цевьё, мы должны хорошо огрузить. В качестве огрузки я взял кусочек листового свинца, и теперь там, где вот, как вы видите, начинается жало, мы начинаем подгружать наш стример. Приблизительно не доходим, ну, пару миллиметров больше не надо до жала. Нанесем еще немножечко клея, так как мы должны с вами обозначить теперь грудку, и этим же свинцом вернемся обратно. Края желательно сразу аккуратненько ноготочком заделать. Количество огрузки я выбрал чисто так, экспериментально, потому что более 2 граммов, скажу честно, это уже гайка с перьями. Поэтому желательно, чтобы, вернее, больше 3 граммов. Вот 2 грамма, где-то 2,5 максимально желательно использовать для вот такой величины. В данный момент это где-то в районе 2 граммов, поэтому нас вполне все устраивает. Что касается нитки, нитку можно использовать здесь и достаточно толстую, и менее толстую. Значит, что, допустим, по ниткам, это оттенок или цвет, то, конечно, желательно использовать, ну вот, в тон я буду брать белую, она где-то порядка 6-0-8-0. Не обязательно нам с вами в идеале все закрыть нашей ниткой, скрыть. Почему? Потому что мы будем мушку с вами изготавливать в темных тонах, и даббинг наш, вернее, свинец не будет проявляться под нашим даббингом. Что касается хвостика, значит, желательно использовать мех песца, тот, который ближе к брюшку, более такой мягенький, который имеет прямые волокна. Если нет, можно вам спокойно взять пучочек перьев и заменить.
Вот у меня имеется маска писца. Я выбираю также достаточно тоненькие, хорошие вот остевые все волоски. Подравниваем этот пучочек. Пучочек приблизительно необходимо взять по величине, ну где-то около в районе толщины карандаша. Может быть несколько тоньше. То есть очень пышный нам здесь он не нужен. Почему? Потому что мы его используем в качестве стабилизатора, для того, чтобы мушка наша не крутилась. Ну и в то же время придать нашему стримеру наглядность. Вот приблизительно такой пучок, как вы видите. Вот я его убрал, тот подшерсток, который мне вот еще немножко мешает. И мы его не выбрасываем, так как мы из него будем изготавливать тело. Этого вполне будет достаточно. Крепим его у загиба так, чтобы вот как вы видите, я одел на цевьё, и мой мех спокойно огибал полностью весь крючок. Не торопимся, стараемся подхватить аккуратненько весь мех, который мы с вами вот так закрепили. Там, где буквально начинается за нашим телом уже загиб. Вот так будет достаточно. Остатки не удаляем, так как здесь мы еще промажем клеем и закрепим ряд материалов. Как я уже неоднократно вам рассказывал, для привлечения и более качественного изготовления я использую обычно вот плоский люрикс, который продается все в тех же наборах. И как вы уже спрашивали, вот если вы можете заметить, это вот купленный недавно этот плоский голографический люрикс, но он уже потрепанный. То есть говорит о том, что скорее всего, что где-то в фирме, в которой я купил, он длительное время хранился. Он должен быть достаточно ровным, но и в этом варианте у нас он будет хорошо все равно служить. Что касается блестящих элементов, то в данный момент я считаю, что, допустим, вот того количества по парочке прядей с каждой стороны будет вполне достаточно. Почему я использую плоский? Потому что мех у нас очень-очень мягкий, и если мы, допустим, будем с вами использовать крученый, он будет у нас с нашим мехом путаться. Закрепили, остатки убираем, нам этого уже не нужно. Берем теперь наш клей, хорошо промажем теперь место крепления. Тело у нас будет иметь вот такую где-то коническую, ближе к оливке тело, поэтому мы с вами не переживаем за то нагромождение материалов, которое у нас вышло в районе загиба. Ну, не так уж и много. И как обычно, я уже неоднократно вам показывал, чтобы мне было легче дальше работать и мне не мешал мех, я беру просто вот так своим клеем, промазал с одной стороны, промазал с другой стороны и свел вот в такую сосулечку. В воде он намокает и буквально через 10-15 минут достаточно хорошо уже работает без клея. Для сегментирования нашего даббинга я использую обыкновенную проволоку, которая продается в магазинах для рукоделия. Можно использовать леску. Все, что вы сочтете необходимым, это является закрепляющим элементом и в то же время будет придавать нашей мушке дополнительно привлекательность. Убираем наш провод. И теперь самое-самое такое вот основное. Толщина нити мне позволяет не делать даббинговую петлю, а только лишь ее взять, расщепить и использовать изготовление даббинговой нити методом
скручивания расщепленных моих прядей. Чтобы более качественно у меня опять же держался мой материал, я также беру, промазываю слегка карандашом. И, как я уже неоднократно вам рассказывал и показывал, это вот мех, который был начесан из моего кота, может быть и домашняя собачка, все что угодно. Он должен быть достаточно вот таким средней, будем говорить так, лохматости. Очень жесткий сюда даббинг не годится, потому что чересчур будет у нас некрасивая грубая мушка. Уложили в нашу расщепленную нить. И теперь, аккуратно удерживая вот так на пальце, мы можем теперь даббинговой иглой рассредоточить равномерно материал. В качестве, как я уже вам показывал неоднократно, я использую обыкновенный, добавляю вот в наборах, имеется вот такой даббинг. Я беру, добавляю его к меху мелкими-мелкими порциями. Если такого нет, конечно, желательно, вот, чтобы вы приобрели вот такого типа даббинг, достаточно хороший. Он хорошо работает в ультрафиолете. Все, мы с вами изготовили. Теперь берем, просто скручиваем нашу даббинговую нить в любую сторону. Ну, я обычно всегда против часовой стрелки. Это позволяет при наматывании, чтобы у меня даббинг не лохматился. И не забываем, нам необходимо обязательно вот так весь мех, чтобы не было скученности, взять вот так еще хорошо дополнительно подчесать. И выходит отличная у нас с вами махеровая вот такая ниточка. Можете использовать, продаются уже готовые такие нити для работы. Поэтому как вам будет удобно. Почему такой цвет? Потому что рыбалка будет происходить на очень светлом грунте, и поэтому желательно, чтобы моя мушка, в частности, выглядела несколько контрастной по сравнению с нашим грунтом. Я добавил еще немножечко, сделал несколько посветлее мехом, так как будем подходить к нашей грудке. Как вы видите, вот мы сформировали такое лохматое, не совсем хорошее, привлекательное на первый взгляд тело. Теперь нам необходимо более качественно это все подчесать, убрать те, которые сильно большие. И выберем теперь для себя сами вот тот шаг, который будем выполнять сегментацию, и уже закрепим более хорошо наш даббинг. Выполнили один полный оборот, и теперь уже здесь закрепим нашу проволоку. И остатки, как обычно, откручиваем. Отлично. Теперь, опять же, немножечко придадим нашему стримеру привлекательность, уберем оставшиеся. Теперь нам с вами понадобится подобрать крылышки. Значит, крылышки мы с вами изготовим из перьев, но для начала
я отрезал вот такой небольшой пучок, полосочку полиэтилена упаковочного, и мы должны с вами его закрепить строго сверху. Следим за тем, так как у нас крючок гнутый, чтобы тело соответствовало ему сверху. Отлично. Возьмем теперь скальп. Обычно я использую несколько другие перья, но в данный момент подойдет вот такой флуоресцентный скальп крашеного нашего петушка гризли. Если у вас имеется куриное перо такой величины, можно использовать, потому что в том стримере, который показывал вам я, это была использована курочка Себрайт, и я не уверен, что каждый сможет найти такое перо. Значит, я подобрал два пера, которые по длине должны у нас слегка выходить за загиб. Обязательно выбирайте так, чтобы были с левой части и с правой части, чтобы вот они друг навстречу другу были вот изгибы направлены, а не в сторону. И мы должны с вами уложить вот так сверху. Я не оббираю перо от ости. Оставляем, смотрим, как у нас будет находиться сверху. По необходимости взяли и подправили. Вот как вы видите, сверху достаточно хорошо находится, располагается по длине, по симметрии наше перышко. Удерживаем его в одной точке, промотаем 2-3-4 раза. Пока я не проклеиваю, не промазываю, отрезаю так, чтобы небольшой кусочек оставался пера с остью. Убираем. Вот так. Как вы видите, у нас при накрывании нашей пленкой будет вот так выглядеть симпатично крыло, разведенное аккуратненько по краям. Теперь самое основное. В качестве, вот как я уже здесь изготавливал, вот здесь все, что можно заменить, мы уже заменили, упростили, сделали самый-самый такой простой вариант. Но вот так, это перо, его величина и вот сама грудка играют очень большое значение. Поэтому чем будет вот у нас пышнее и мягче перо, вот я выбрал из скальпа петушка вот такое перо, приблизительно посмотрел по его величине, оно меня устраивает. Значит, это я не выбрасываю часть, она, как всегда, нам с вами в дальнейшем пригодится. И вот так аккуратненько отрываю. Немножко, совсем чуть-чуть подчистим ось и закрепим ее, где мы крепили крылья. Следим за тем, чтобы направление пера соответствовало потом нашей намотке. Ну и теперь уже можно не стесняться вот всю эту поверхность подготовить к дальнейшей работе. Крючок желательно сразу установить вот в такое положение, так как материал не ползет и достаточно удобнее так работать. Из чего мы будем изготавливать грудку? Значит, грудку я буду изготавливать из очень-очень хорошего даббинга, который вот продается и в таких наборах. И его точно так же можно взять, допустим, и в отдельных наборах. Можно также, допустим, взять перо павлина, если у вас имеется, и изготовить грудку из пера павлина. Но учитывая то, что я неоднократно вам уже показывал, вот у меня имеются такие всевозможные наборы, вот разных таких даббингов, я буду использовать
светло-светло такой зеленого цвета, который напоминает в том числе наше перо павлина. Почему я использую этот даббинг? Потому что по крепости желательно, конечно, здесь использовать в районе колечка более крепкий материал, чем тот, допустим, как перо павлина. Ну и как обычно, рассредотачиваем даббинг наш по всей длине. Я его не закручиваю, а беру вот так до первого касания даббинга, и только после этого начинаю формировать свою даббинговую нить. У нас образуется потом вот такая цельная, хорошая, симпатичная веревочка. Ну и аккуратно теперь стараемся не нарушить пропорцию нашей мушки. Выполним грудку. Грудка должна быть пышной, но и в то же время следите за тем, чтобы оставалось место у колечка, для того, чтобы мы могли сформировать достаточно симпатичную головку. Как вы видите, вот выглядит вот так снизу, и по краям вот все заметно. Вот такой пышности нашей грудки будет вполне достаточно. Теперь мне уже эта нить не нужна, мне нужна черная. Чтобы не менять мою нить, я беру черный маркер, фломастер, и прокрашиваю свою нить. Можно взять коричневую, любую другую, ну, как у вас получится. И теперь стараемся вначале хорошо расправить перо. Выполняем вот один полный оборот в начале. И теперь, так как изготавливаем вули багер, выберем для себя определенный шаг и выполним плотную намотку нашим пером. Ну, так, чтобы мы вот на этой части грудки выполнили 4, максимум 5 оборотов. Как вы видите, уже вполне достаточно той величины перья, вот 4 оборота, и вполне достаточно. Не доходим так же, как я вам говорил, пару миллиметров до колечка. Поднимаем вверх наше перышко и окончательно его теперь подхватили. Уводим все перышки назад и уже здесь окончательно подкрепим наше перо. Все вот такие, которые части остаются, лохматости, обычно я это делаю. Покажу, просто вы меня спрашивали. Я беру зажигалку, которая не турбо. И слегка увлажнив пальцы, я увожу весь мех и свою нитку назад. Вот так я убрал. И теперь я зажигалочкой беру буквально парочку вот так раз. И достаточно у меня убралось весь мусор, тот, который у нас с вами образовался. Аккуратно теперь обрежем наше перо, оно нам уже не мешает, не выбрасываем, оно, как всегда, пригодится. Теперь нам необходимо аккуратно поделить перо на две равные части. Я не подстригаю, потому что лохматости вот этой вполне нам хватает. И самое основное, нам понадобится или черный, или как вам будет, друзья, уже удобно, как вы выберете для себя сами. Я беру коричневый маркер, и пока мы не накрыли нашу пленку, я ею снизу начинаю подкрашивать. Сверху мы тоже еще подкрасим. Значит, чем более качественнее маркер, тем дольше держится вот это у нас наша краска. Как я вам уже неоднократно показывал, вы у меня спрашивали, как долго это будет держаться. Вот то, что было, когда-то покупалось одеяло или покрывало, я не помню. Была произведена надпись на базаре по артикулу какой. Вот этот маркер до сих пор, наверное, уже лет 5 точно держится. Поэтому проблем никаких не возникает.
И теперь глазки я не делаю, потому что в этом у нас нет необходимости. Аккуратно переламываем пленку, следим за тем, чтобы наша пленка не утащила ни крылышки, ни лишнее наше перо. Вот приблизительно вот так должна выглядеть. Теперь аккуратно, чтобы не было загибов некрасивых нашего полиэтилена, я делаю парочку вот таких оборотов. У нас должна выйти вот такая грудка. Пару оборотов сделали, переламываем теперь в другую сторону, сделаем теперь перед колечком. После этого только лишь я беру в натяжечку, не за один прием, я отрезаю полиэтилен. Вот у нас вышла такая конструкция. Ну а теперь нам остается только изготовить головку, ну и нашу мушку привести в порядок. Вот как видите, мы с вами изготовили такую необычную приманку. Она будет идти вот к вам, чтобы вы видели, в основном изгибом вниз. И при подергиваниях изредка может поворачиваться вот так боком. Чем-то напоминает и жучка, и малька. И, будем говорить, так хорошо реагирует на нее наша рыбка. Пробуйте в разных вариантах, как вам будет удобно. Как вы видите, вот их две у нас такие мушки готовы к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!